Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На женском голосовании проект покинула Яна Клименко, которая приходила к Глебу Жемчугову. Девушке не понравилось на проекте, это не ее место. Также покинула проект и Маро, бывшая девушка Андрея Назарова, которая к нему и приходила на проект. В сети появилась информация, что у Ильи Ебарова есть не только дочь Влада, но и сын Валерий. Эту тему уже поднимают в эфире. Мальчику 11 лет, и его мама настроена против Ильи и общаться с ним не хочет. В сети появились фотографии Маши Кахно до пластических операций, а также стали известны некоторые факты из биографии девушки. В эфире было сказано, что она работала в знаменитом симфоническом оркестре, но это оказалось неправдой. Маша рано вышла замуж, причем за мужчину гораздо старше ее самой. Ее отношения с мужем разладились, и они взяли паузу в отношениях, и Маша пришла на проект. Оля Рапунцель рассказала о своем участии в очередном конкурсе на Сейшелах. «Я аристократка, которая в жизни не держала в руках гвозди и молоток. Но раз Дима сумел сшить платье, то тумбочку-то я тоже сделаю, причем самую изысканную. Смотрите итоги в эфире». Андрей Черкасов признался, что мучается от одиночества и мечтает о семье. «Мне в феврале уже 35, а я не отец, даже не муж и не зять. Сколько еще мучиться в одиночестве, как хочется найти любимую для жизни и для души». Андрей Гусев после расставания со своей женой подал заявление в суд о том, чтобы установить порядок встреч со своим сыном Даниэлем. Антон надеялся, что у них не будет споров с Женей из-за общего ребенка. Но недавний скандал показал, что это не так. Антон хотел устроить сыну день рождения, но мама не отпустила его с папой на праздник. Таня Ахулкова подтвердила информацию, что скоро примет участие в реалити-шоу, но она не вернется на Дом-2, это будет новый проект. Ольга Бузова дала очередное интервью журналистам, она признала свои ошибки. «Я настоящая», — сказала она, — «и когда я люблю, то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя. Мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать ото всех и оберегать. Я желаю этого всем женщинам — найти настоящего защитника, а не полузащитника». Настя Лисова пугает фанатов своей внешностью. Девушка преобразилась, похоже, она поработала над формой скул и щек. Если на фотографиях ее лицо выглядит неплохо, то на видео перемены во внешности Насти пугают. Как вы помните, недавно Катя Жужа рассталась с Олегом Винником. Олег же удивил в интервью журналистов. «Мы не были женаты и уж тем более венчаны», — сказал он. «Я люблю до сих пор свою жену». Напомним, что катастрофа, жертвой которой стала семья Олега Винника, произошла в октябре прошлого года. Тогда самолет, на борту которого было более 200 человек, взорвался в небе над Синайским полуостровом. Фанаты пары сделали вывод, что Катя Жужа просто выдавала желаемое за действительное. Егор Халявин готовится к преображению. Пластическая операция состоится в середине января. Мы уже рассказывали вам, что он хочет изменить свой облик, чтобы стать похожим на Кена. Как вы видите на фото, скоро у меня появится мужская грудь, 8 кубиков пресса, косые мышцы, рельефная спина и упругие ягодицы. И совсем скоро я стану первым признанным российским Кеном. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.